же холодно тут. Что же мне делать? Я всю жизнь мечтал об одном. Чтобы у меня были друзья. И когда я наконец-то нашел друзей, я делал все, чтобы оставаться с ними. С тех пор я живу в постоянном страхе. Что однажды они узнают, кем я был раньше на самом деле, и бросят меня одного. Браслет. Что это за место? год, 189-й день. Я получил предложение радикально улучшить боевую эффективность нашей пехоты, оснастить бойцов магитех ядрами. Уже известно, что солдаты, исходным материалом для которых были демоны, непригодны для боевых действий. Но, если его расчеты верны, это решило бы все наши проблемы. Проект «Бессмертный» ознаменует начало новой эпохи. Наши солдаты перестанут гибнуть в боях. И скоро весь мир будет купаться в лучах славы нашей империи. Сканирование серийного номера. Номер 5953234 подтвержден. В работе данной модели выявлены сбои. Что это? Производится восстановление функционала. Надо же. Она до сих пор тебя помнит. Арден! Это как? Здесь стрелять не стоит. Для большинства этот комплекс... не более чем первое магитех-предприятие, где появились на свет бесчетное множество штурмовиков и демонов. Но тебе это место должно быть особенно дорого. Ты же здесь родился. Нет. Это не я тебя едва не убил. Ты... Тебе не мешало бы отдохнуть. А директор Бесити... поможет тебе залечить сердечные раны. Это что еще за
директор. У них такая короткая память. Но ты не бойся. Вы встретитесь, и ты вспомнишь. Я найду их, где бы они ни были. Неужели он сказал правду про это место? Сколько нужно. А что, если их клонировать из моих же клеток? К тому же, так можно избежать муторного процесса естественного размножения. О массовом производстве говорить пока рано. Но я уверен, что вскоре процесс можно будет поставить на поток. Если все пойдет по плану, у Империи в ближайшее время появится миллионная армия. Так вот, что это за солдаты, которых я убивал все это время. У всех у нас одинаковые штрих-коды. 736 год, 123 день. Оказывается, охрана моей лаборатории никуда не годится. Одного из моих подопытных украли. Воры были из Люцеса. Впрочем, один единственный младенец ничего не скажет им о величии и размахе моих изысканий. Тем не менее, я приму меры, чтобы такое не повторилось. Теперь территория комплекса будет патрулироваться магитех-штурмовиками. Ведь это, в конце концов, их родной дом. Один из этих младенцев попал в Люцис? Неужели это значит, что я... Нет, не может быть. Ни в коем случае. Должна быть уничтожена. Я так больше не выдержу. Проводится уничтожение поврежденной модели. Круто!
У тебя отсюда как-то младенца похитили. Помнишь? Помню. Воры были из Люцеса. Именно. Хочешь посмотреть на статного юношу, которым он стал спустя эти годы? Ты отправил своих питомцев в Инсомнию, а я доставил его к тебе. Вот он, твой создатель. Хочешь поговорить со своим папочкой? Обожаю соединять семьи. Отец и сын. Не верю. Я не верю. Что бы он ни сказал, это место никогда не станет моим домом. Мой родной дом в Люцисе. Они здесь. 756 год, 98 день. Наконец-то я завершил разработку алмазного оружия. Магитех-механоида с демонической сущностью. Его сознание чрезвычайно нестабильно. Сразу же после активации он начал буйствовать и вытворять черт знает что. Зато его разрушительные способности не знают себе равных. Перед его мощью склонится даже несокрушимая Инсомния. Королевский город падет за считанные минуты. Камень богов скоро станет моим. Подумать только, меньше чем через месяц кристалл будет в полном моем распоряжении. Значит, это он стоял за нападением на Инсомния. Это его рук дело. Это из-за него было столько жертв и разрушений. Еще ни разу не видел процесс обращения. Если бы не варьё из Люцеса, и ты бы обратился. Почему? Ты мой клон. Ты создан из плоти и крови гения по имени Беситья. Ты один из миллионов клонов, созданных, чтобы служить Империи. Служить? Тебе? Ты рожден в Нифльхейме. И теперь ты вернулся домой. Заткнись! Нет! Люцис! Мой дом!
Я не плод твоих опытов! Да уж ты не плод. Ты ошибка. Придется вернуть тебя в армию. Может, так от тебя будет хоть какой-то толк. Да уж нет! Благодаря тебе я почти завершил свое преображение. Скоро ни короли Люциса, ни даже боги не смогут оспорить мою власть. Ну что ты наделал? Ты убийца? Нет. Ты отца-убийца. Нет. Друзей ты потерял. Папу убил. Теперь совсем никого у тебя не осталось. Заткнись! 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 Снижение жизненных функций. Увеличение концентрации плазмодий. Демонификация. Производится перемещение в модель XDA-1002 Immortalis. Ну ты и заварил кашу. Аранде. Прекрати ныть! Бегом! Вот значит, над какой моделью они работают. Что бы у тебя ни стряслось, разберешься потом. Вперед! Я повторять не намерена. Я тебя спасать не стану, если сам жить не хочешь. Цель обнаружена и должна быть возвращена обратно. Начало процедуры возвращения поврежденной модели. Нет. Нет.
Ране, догонишь меня? На вкус они почти, как Игги готовил. Ну, по крайней мере, сейчас тихо. Вот черт! Клеймо на всю жизнь. Ты правда думал, что это сработает?
Промпту, верно? Мог бы хоть притвориться, что рад встрече. Я видела твоих друзей в Тенебре. Они за тебя очень волнуются. Ты собираешься к ним или как? Я не могу. Не могу. Я не такой, как они. Я родился здесь, в Нифельхейме. Я за все это время им так и не рассказал. И это даже не самое страшное. Я не родился у папы с мамой. Меня изготовили в лаборатории. Я существую лишь для того, чтобы портить жизнь Нокту и остальным. Как мне теперь смотреть им в глаза? Вы столько времени вместе катаетесь, а ты так и не понял, какие у тебя друзья? Если помнишь, мы с твоим высокородным приятелем, по идее, когда-то были врагами. Но он отбросил принципы и попросил меня отыскать тебя и помочь. Правда? Такое делаю только для близкого друга. Они живы? Ну, вроде бы да. У них много чего произошло, но они все так же полны решимости попасть в столицу. Понятно. С тобой у них больше шансов. А что еще про меня говорили? Да вроде как-то и ничего. Кстати, принц так о тебе тревожился, что едва мог два слова связать. Я его успокоила. Значит, ему на меня не наплевать. Я же вижу, ты хочешь быть с ними. Почему бы не сказать им? А если они меня не примут? Но даже если примут, от меня же одни проблемы. Не знаю, смогу ли с этим жить. Хватит пилить самому себе мозги. А ты чего хочешь? Тебя так заботит, чего хотят другие, что ты забыл, чего хочешь ты. Ты будто не своей жизнью живешь. Не думай, каким тебя видят другие. Важно, как видишь ты. Важен ты сам. Завтра я займусь новой моделью. А ты дальше пойдешь без меня.
Прошу, просто всегда будь рядом с Ноктисом и помогай ему во всем. Пожалуйста. Неужели я могу ему помочь? Я нужен ему? Я нужен рядом? Неужели... Они все и правда хотят, чтобы я был с ними. А чего же хочу я сам? Теперь я понял. Thank you.
Аране! Я готов. Нельзя выбрать, где родиться. Но как жить, я выбираю сам. И больше меня не задерживай. Ну что ж, вот и все. Я пошел внутрь. Проснись и пой, Коржик! Громко бей! Это было непросто.
Судя по моим данным, новую модель держат здесь. Это опять какой-то механоид? Что в нем такого нового? Дух в машине, буквально. Бесития сумел внедрить свою душу в магитех-ядро. Созданные им демоны разгромили Инсомнию. Если мы не уничтожим его, он может погубить весь мир. Армию Люциса числом и окружили Инсомнию. Но почивать на лаврах было бы неразумно. Извлечение плазмодиевых испарений иногда приводит к побочным эффектам. Поначалу мы сразу же уничтожали появившихся таким образом демонов. Как же глупо я поступал, истребляя этих существ. Им не достает гибкости, но они берут свое огромной силой. Теперь я понял, что должен приложить все усилия, дабы раскрыть истинный потенциал демонов во славу Империи. Может, это и есть мое истинное предназначение? Псих. У него совсем крыша поехала. год, 190-й день. Дело всей моей жизни наконец-то завершено. Я не только нашел способ сохранить личность, но также сумел провести ее через процесс возгонки и успешно переместить в одного из магитех-солдат. Прототип оказался несколько менее мощным, чем алмазное оружие, но это не проблема. К тому же, личность можно перемещать сколько угодно раз. Теперь мне остается только одно — поставить заключительный опыт на самом себе. Но перед тем, как покинуть свою бренную оболочку, я хочу кое-кого поблагодарить. Ардин и Зуния, ваши услуги были неоценимы. Только благодаря вашей помощи я завершил труд своей жизни и начал вознесение на высший план бытия. Ну, конечно. Ардин, кто же еще? Везде рано или поздно всплывает его имя. Это он виноват во всем, что с нами произошло. Yeah!
Мы живы. Что это? Модель XDA-1002. Immortalis. Перенос плазмодий завершен. Псионических помех не обнаружено. Все системы включены. Immortalis активирован. Он там! Ты в норме?
Да. Я этого и хотел. Тогда скажи с чувством. Ты у нас молодец. А ты тем более. Спасибо тебе. Ладно, пора искать Нокта и остальных. Спасать Кристалл. И драться с Империей. Лучше все-таки вместе. А вдруг я спасу Кристалл даже раньше него? Только носик не задирай. Хоть я и не уверен, примут ли они меня, если узнают, кто я такой. Но я осознал, молчать больше нельзя. Это моя жизнь. Мальчик стал мужчиной. В общем, Гралея прямо по курсу. Ране! А? Спасибо! Па-па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам.